В московском микрорайоне кипит работа. На пустыре напротив 9-го дома возводят спортивную площадку. Общая стоимость проекта – порядка 13 миллионов рублей. Площадка будет представлять собой многофункциональное поле размером 40 на 50 метров. На этом пустыре, как мы и обещали, будет устройство спортивной площадки для активного и спокойного отдыха с устройством зоны воркаута, устройством баскетбольной площадки. В зимнее время будет использоваться как хоккейная площадка. В настоящий момент ведутся работы по устройству освещения этой площадки, выставляются стойки. Проект будут выполнять в три этапа. Первый – освещение участка, второй – земляные работы и третий – завершающий монтаж резинового покрытия и спортивных установок. Первый этап близок к завершению. Совсем скоро подрядчик, выигравший электронный аукцион, приступит к земляным работам. Мы надеемся, что с понедельника начнем уже работать. Мы отдали ордер управления благоустройству города Иваново. В понедельник они одобрят, и мы начнем уже работать. То есть первый этап работы наш будет – это подготовка. Мы сделаем метки площадки. После этого песок будет, щебень и асфальтобетонное покрытие. До 15 сентября планируют определить подрядчика, который сможет справиться с третьим этапом работ, окончательно обустроить площадку и установить на ней оборудование. Готовый спорткомплекс обещают открыть уже в октябре. Мария Метлицкая, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.